Новые дороги – это более удобная логистика, это новые перспективы для бизнеса, укрепление связи между регионами и наращивание экспорта. Все это в целом создает прочную основу для роста экономики и успешного решения задач в социальной сфере, повышения темпов развития нашей страны. И в соответствии с вашими указами, Минтранс России совместно с МВД России продолжает реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». Основные задачи нас проекта – это повышение качества дорожной сети и безопасности дорожного движения. Повышение качества достигается в первую очередь ремонтами дорог. Из них большая часть, а это порядка 17 тысяч километров, это работа регионов, которую они выполняют с учетом нашей господдержки. С учетом всех дорожных программ ежедневно строится и ремонтируется 70 километров дорог. Эти объемы напрямую влияют на достижение показателей национального проекта. В настоящее время реализация нашего проекта ведется с опережающими темпами. Это касается региональных дорог и дорог в 105 крупнейших городских агломерациях. А по доле дорог в агломерациях в нормативном состоянии показатель на сегодня составляет 76,1%. При этом, учитывая дополнительную поддержку, которую мы оказываем субъектам, планируется перевыполнение планового значения. Ожидаем 79% выполнения при плане 77%. По приведению в нормативное состояние региональных дорог показатель составляет 48,1%. По итогам года ожидаем 49,5% при плане на конец года 48%. В этом году регионы приступили к целевой программе по мостам. В этом году планируем привести в норматив 500 искусственных сооружений различной протяженности.